Всем привет, друзья! Очередной коп на канале RemonX. Сегодня мы приехали на интересное место. Сегодня три интересных места. Мы уже вышли копать. У меня уже попала монеточка хорошая, интересная, серебряная. Вот. Но есть одно но. Нам надо... Я не хотел тут вообще копать. Местечко маленькое, тут всего было пару дворов, но зато очень прекрасная распашка. Просто гладь. Посмотрите, вот сзади меня видно вам. Я буду использовать вот такой микрофон. Реально вечер очень сильный. Поэтому, чтобы хоть как-то по минимуму вот этого шума убрать. Ну и у всем, у кого есть каналы, ребят, прекращайте херню и страдать. Оденьте микрофон, блин. Пожалейте уши подписчиков. Пойдем за монеты. Вот она, луночка. И какая у нас сегодня монета? Первая монета среди кучи шмурдяка. Десятюндель. Десяточка 29-го года. Это белончик серебряный. Тереть не буду. И так все понятно. Вот, прекрасное начало. Ну как начало? С полчаса тоже бродим. Надо стартовать, никак Димона не дозовусь. Так, следующий полезный сигнал. И у нас монитос. Но прежде хочу вот что показать. Смотрите, ребят. Вот такая вот херня какая-то непонятная. Интересная, медная. Или бронзовая, скорее всего. Что-то... Что это такое может быть? Вот с такой вот херней попадается уже какой раз? У меня уже таких несколько штук. Это вот, наверное, может как конина, может какая. Или от мадамских ремней. Ну, кто знает, сейчас поближе. Кто знает, ребят, напишите, что это есть вообще. Не первый раз уже попадается, очень часто довольно-таки. Так, ну и к монетосику. Что это есть, я еще не знаю, сам вывалился. Вот. Так, это... Это латунь, и это пятак советский лысый. Съел его чернозем, удобрение съел. Да. Жалко. Я опять пришел к машине, вот вернулся. И снова у меня тут сигнал. Так. Вот она. Пацаны, это рамочник. Десячок 55-го года. Так. Ой, видно вам? 55-й год. Так, ну что, прибавляется. Прибавляется, но ехать надо. Еще вот какая дребедень. Цветной сигнальчик-то. Значит, берем. Еще кусок меди. Да тут говна много у меня. О, тут разные фигни много. Ладно. Мы сейчас поедем вон туда, далеко-далеко. Здравствуйте, ребята! Стесняется хоть, не надо меня в этой шляпе снимать. Хорошая шляпа, ё-моё. Нет, шляпа хорошая, от солнца, хорошо. Ну, что могу сказать, ребят, мы сегодняшний выезд меня пока радует. Находочки есть. Ну, показывай, что... показывай. Я да, свои можно, показал. Можно. А, вот я что не показал, что? Ребята. Пулемет нашли. Пулемет только не Максимка, а Виталик. Вот, видишь? Пулемет Виталик. Ну-ка. Нашел. Ты их прям моешь, что ли, блин? Нет, да ты прям выскочил прям. О, 31-й год. А что не серебряный-то? Не знаю. Ну и этот, считай. Белончик. Белончик серебряный такой. Да, хороший. Что такое есть? Рамочник. Какая-то пуговица интересная. Не знаю, что, блин, там на ней. Че, следы от зубов, ё-моё, че? У тебя водичка-то есть, можно блеснуть на нее. Ладно, дом отмоешь, позвонишь, скажешь. Не вопрос. Так, все, поедем туда. Добрались мы до места, куда изначально вообще хотели. Один единственный тут жилой дом остался. Видно, что он такой уже достаточно старый. Там дедушка сидит. Один-одинешенек. И, в общем-то, не впечатляет нас местные просторы. Деревня была огромная, деревня была богатая.
Ну вот все, что вы видите, осталось от нее. Она вся заросла в бурьяне. Но вот здесь вот идеально вспаханное ровное поле. И вот здесь с краешку у нас попадаются кирпичики. И мы вот так туда пойдем, если они там дальше будут продолжаться. Йент, хорошо. Что у тебя? Не знаю, сейчас посмотрим. Посмотрим. А вот у меня вот чего. Есть. Прямо наверху лежал. Можно сказать, визуально обнаружил. И вот еще интересный инструмент. Тоже так же визуально. Смотри, Дима. Не нужен тебе к велосипеду? Полюбаться. Только здесь и за весь сегодняшний день, ребята, похоже, у меня империя. Сейчас мы ее будем вынимать. Может быть, это, кстати, пуговица, но мне кажется, это империя. Сигнал такой имперский. Опа. Нет, друзья. Йента не пуговка. Да это чего? А? Какая ты хренотень. Копеечка. О, зелененькая. Прекрасный магнитосик. Угу. Все видно. Отличная монеточка. Просто шикарно, что. Какая четкая, да? Так, нормально. Ну, здесь я был внимателен. Здесь есть следы. Наверное, стоит тут походить, значит. Ну что ж, буду продолжать. Если попадется, что покажу. 14 шажков. И у меня снова отличный, четкий, звонкий сигнал. Вот она лежит. Видно вам? А? Какая красота. Какая толстая, слушай. Какая-то толстая монетка. Деньга, слушай. Кажется, 39-й год. Видно вам? Деньга, 49-й год. И здесь нормально помоется. Хорошо. Это ж хорошечно, ребятки. Нормально. Нормально. Будем продолжать. О, тяжело ему сейчас, тяжело. Еле шевелится. Вот на какие жертвы мы идем, друзья. Ради чего? А ради все того. Вот она лежит, родимая. Сейчас что-нибудь сфокусирую тут. Вот она, во. Вот она лежит. И копать не надо, просто тупо сверху. Прикинь. Металлоискателем нащупал. Прям бам-бам, она сверху. И по всей видимости, по весу, да и так, кажется, пятак опять ушатанный, угребанный. Максимально вот приближу. О. Ну, ничего вам это не даст, картинка, да и мне. Но, тем не менее, кругляшок, за ними мы и охотимся. Ну, короче, пацаны, хорошего понемножку, пора домой. Все, мы тут прошли, что могли, сколько могли, прошли. Теперь надо закругляться. Надо. Место хорошее, наверное, когда-то было. Но, ну вот как-то так. Ну да. Сейчас на обратном пути на ту сторону зайдем. Если там пашни есть, то будет продолжение. Если нет, тогда всем чао. До следующего раза. Да, до следующих выходных. Пока. Кстати, я же не показал тебе еще одну находочку. А я, кстати, и вам не показывал. О! Бляшка, юный пионер-ленинец, да? Вот отсюда, вот если будешь смотреть сзади. Ну-ка, ну-ка, кверх ногами смотри. О. И глянь, она целенькая, вообще песня. Да. Вот такие вот бляшки были. О. Здесь она, видите, вся целенькая, все, я ее не тер, ничего. Ну вот. Нормальная находка, вообще
огонь, да?